Кристина Асмус поделилась деталями своей биографии на странице в Instagram. Популярная российская актриса призналась, что целовалась с самим Аленом Делоном. Кристина представила на суд поклонников 10 фактов о себе. Актриса рассказала о привычках и о том, что она любит. А в конце решилась на шокирующее признание. Начало Кристина с того, что не ориентируется по дням недели, только по числам месяца. Пишет актриса почему-то только печатными буквами. И не может заснуть, если вдруг проснулась раньше будильника. Кроме того, Асмус не смотрит телевизор, не ест плохо прожаренное мясо и очень любит горячую воду. Актриса может часами париться в ванной. У Кристины очень хорошая зрительная память. Актриса призналась, что буквально помешана на ухоженных ногтях, может дважды в неделю делать маникюр. А когда нервничает, ее шея покрывается красными пятнами, передает телепрограмма. Про последний пункт удивил поклонников Кристины. Некоторые заметили, что не стоит публично говорить о своих бывших. «Я целовалась с Аленом Делоном на одной из улиц Парижа», — написала Асмус. Кристина поспешила успокоить подписчиков с Гариком Харламовым, который впоследствии стал ее мужем. Они тогда знакомы не были. Не так давно актриса рассказала о трудном детстве. Кристина 10 лет занималась спортивной гимнастикой. Ежедневные тренировки Асмус терпеть не могла и пользовалась любой возможностью, чтобы их избежать. По словам актрисы, гимнастика ее просто пожирала, так что она набралась смелости и рассказала о проблеме родителям. Кристина Асмус 2013 года замужем за шоуменом Гариком Харламовым. В январе 2015 у супругов родилась дочь Анастасия.